70 рублей стоит до Ялты билет. Вот в Алуште цветы продают в подземных переходах, а здесь вот тишина, вот такая вот. Огоньку не найдется. Помните, как в фильме «Подземном переходе» Никулину сказали? Огоньку не найдется. Вот тот автобус, на котором я ездил в Сочи. Кстати, он на 4 часа быстрее ехал, он не останавливался в Керчи, Феодосии, по-моему, останавливался. Так, 17 часов надо ехать. На нем я приехал на 4 часа раньше. Справа автовокзал. Тут вот ларечки такие, булочки есть всякие, там причиндалы. Можно кофе попить вот здесь. 30, 35, 40, 50, 20. Я тут брал такое простое, 3 в одном. За 25, по-моему. Так, такой магазинчик около вокзала. Тут продукты, электроника. Электроника есть, да. Здесь я помню, ходил, снимал. Как раз я здесь жил, вот в этом месте, около вокзала. Когда наводнение было, здесь я ходил по колено воды. Короче, от автовокзала до моря 1700 километров. Поэтому я сейчас сяду вот на этой остановке на троллейбус и 3 остановки доеду до набережной. Вот народу сколько, видите? Отсюда можно уехать и ко мне домой, в ту сторону, куда угодно. Вот девяточка вот эта вот ходит именно вот ко мне домой. Но она вот вся сейчас забьется. Вся полностью. А там дальше говорить даже нечего. В середине или ближе ко мне, там в него очень просто не влезешь. А так вот удобно на нем. Ну поэтому я на троллейбусе доезжаю за чуть поближе на Пионерский схожу и, да, и пешочком топаю. Пустой, в принципе, троллейбус, нормально, удобно, сел, поехали. Остановка площадь. Сошел и оказался вот здесь. Сатурн кинотеатр. Как же мне нравится такая погодочка прохладная. О, здорово. Можно ходить, ходить, ходить и ходить, и не устаешь. Жара давит на меня, жара. Слушай, а вы...
платанчики, красавцы. Сколько же они тени, тени дают людям в жару. Лавочки. Фонтаны не работают, ну и правильно. В такую погоду зачем они нужны? Тут и дождь то моросит, то еще что-нибудь. В жару согласен. Улица Васильева. Собакам вчера сварил курицу, а утром встал и поменялось у меня. То есть я поехал. Я хотел вообще в Гурзуф поехать, а получилось так, поехал в Алушту. Ну да ладно. В Ялте тоже ходят в куртках, в кофтах. Что это? Большая. Ну из-за того, что у нее это не рыжик сидит? Да нет, это побольше собачка какая-то. Нет, это не он. Выступать будут скрипачи. Тут, около них тут это прибился. Ну что, люди ходят. Люди ходят. Фонтан работает. Конезавод бегает по набережной. Издалека вижу. Музыка вдали уже там столько толпы собрала. Собрал этот с кинжалами или с ножами там. Да какая красота, вы просто не представляете. К рыбакам надо подойти, поинтересоваться, ловится рыба, нет. Музыка, 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 музыка. Номер по названию «Слепи». Это очень красивый номер. Я обожаю этот номер. Саня всегда говорит: давай пой, давай пой. Пеблина, пой или «Слепи»? Пой или «Слепи»? Пой – это круто, такой шар маленький. А «Слепи» – такие пьюни, такие. Вот 22 сентября, господа. Город, курорт Ялта. Ну ничего, не расстраивайтесь, еще тепло будет. Ой, ой, ой. А что, ты знаешь, что у нас будет отношение? Да.
Иногда вот так идешь, за глазами смотришь и думаешь, где мой Шарикова? Ну показывай, показывай температуру, скорее. Время не терпит. Время не терпит, ну. Был 21, сейчас 20. Без 26 время. Что никто не купается? Никто не купается. Где мы с тобой? Напротив этого места, где кораблики ходят. Кораблики ходят. Мила молитва. Молитва через год. Через час-другой тут начнется движняк. Музыка. Так, я спущусь, к рыбакам скажу. Рыбачкам, рыбачкам. О, море, море. Звуки печали. Thank you.
что-то моих знакомых рыбаков нету. Ну что, поинтересовался, одного окуня поймали, карасей не было, кефали нет. Сидят уже прилично. Кукушка, да, исполняют скрипачи. Смотрите, как стелются облака над горами. И вторая камера у меня есть, но не хочу что-то разворачивать. Смотрите, полосы какие, а? Вот так. О, вода-то чистая, слушайте. Вон камни видно на несколько метров. Вода просто чистейшая. Удивительно. Просто удивительно. Да ну как же красиво, черт вас побрал. Как же вам объяснить, что это красиво? Пуговкин на месте, слава богу, но собачек нету, вот в чем вопрос, вот в чем вопрос. Одно уважение к этому человеку. Артист пришел, аппаратуру уже притащил, у нас там бедер, у него там что-то, ну а там бендера везде, где бабло походу, собачек нету, далеко ушел я, мне придется по Пушкинской опять пешком идти домой, километражи. Хотел вроде вначале там поснимать, и там ближе к остановке идти. Носочки появились, замечательно. Утюг бы еще бы принесли бы на набережную, чтобы я не бегал. По Ялте не искал. У меня был советский утюг. Мне он так нравится, советский утюг. Марлю, короче, подмочил и погнал. А эти финдиперцевые приблотненные мне вовсе не нравятся. То, блядь, брюки прожжешь, то еще какая-нибудь фигня. Куда я иду? Мне бы свернуть на Пушкинскую надо было и домой идти. Кого я вижу? Хвостик завилял, да? Привет. Ну что ты, один опять? Одна, вернее, опять ты. Ложись, спи. Кушала, не знаю, чего она нет. Кудряшки. Ладно уж, коль пришли, пошлите прогуляемся до Приморского, посмотрим, что там.
Ник Спаньола. Замечательный корабль. Неужели? Да, нет, не открыли кафе Ник Спаньола. Но они готовят, походу, на зиму. Красавелла Ялта. Что тут внизу? Вон один купается, вижу. Люди сидят в кафешечках. Музейшн. Отходим. Саксофон. Вот эта мелодия классная. Я узнал эту песню. Слова не помню. Опа, музей еще там. Эта песня не кончается. Вот чем мне нравится крымская сосна, она как-то криво растет, ну такая красава. Ну что, дальше, наверное, не пойдем. Придется пешком педалить домой. Пойду я по верхам домой, по верхам, по Володарска вниз, упрусь в Чехово, то есть упрусь в эту улицу, как ее, Гоголя, и влево. Здесь вот, по-моему, военный какой-то санаторий. Трудно им тут разъезжаться машинам. Очень сложно. Вот санаторий тоже слева. Санаторий. Улица Ленина. Где-то здесь здание, по-моему, вот это справа. Thank you.
Сейчас мы посмотрим. Ух ты, это же врач Сеченов Иван Михайлович, 1829-1905. Я не знал. Здесь вот недалеко, метров 100, институт Сеченова был, в котором я отдыхал. Смотрите, какое красивое здание. Что здесь? Меня не повяжут здесь. Санаторий, оздоровительный комплекс «Россия». Государственный совет Крыма. Государственное унитарное предприятие. Красивый санаторий. Красивый. Вот мы где-то вот здесь сейчас находимся. Здесь где-то так. Да, вот улица Сечина пошла, Коммунаров. Вот, я сейчас вот сюда по Володарскому, вниз туда, там на Ломоносова. Раньше вот здесь институт Сеченова был. Сейчас дом, новый дом построили здесь, этот вот, вот институт Сеченова. Почему в нем ничего нету? Вот это непонятки. Под номером 2, что у них написано? Спальный корпус номер 11, лечебно-диагностический центр, столовая, так, спальный корпус, Короче, интересно, какие здесь цены. Ну, это в интернете можно пробить. Санаторий России Ялта. Я от соцпакета отказался, чтобы они меня деньгами платили. А так мне положено один раз в год санаторий. Ну, я никогда не был в этих санаториях. Если я возьму назад соцпакет, то у меня останется вместо 10 тысяч 8. А вот, по-моему, а нет, это клуб КЧФ. Клуб Ялта КЧФ. Военный санаторий Ялты. Да, вот он, этот санаторий. Шикарный. Там, о, как хорошо. Столько зелени там. Ну вот, вверху левее колоннада, улица Коммунаров, прямо дорога пошла в улицу Сеченова направо, Володарского, и мои ворота на той стороне, видите, остались ворота, живые. Вот в эти ворота я заходил в институт Сеченова, вот эти ворота. Здесь вот парикмахерская была. Сейчас там что-то другое, вино какое-то. Вот этот дом тогда не было. А чуть дальше там институт Сеченова. Здание осталось, старинное здание, красава. Ну, почему-то там ничего нету в нем. Всем пока, всем здоровья.